Чеширского, Чеширского. Чешите его, чешите, не чешите, а он все равно в лес смотрит, этот чеширский кот. Этот кот котища себе на умище. Крохотуля. Жить будешь? Идет приготовление глинтвейна. Входит вино, а кроме вина там еще вставляется корица, сахар, чай. Я смотрю, Татьяна положила. Чай нет, это не чай. А чай? Это не чай, это смесь вот для специй. Смесь для глинтвейна специальная. Корица, гвоздика, имбирь, кориандр. Ой, не кориандр, а это кардамон, цедр лимона, апельсина. Все кипятится, самое фильтруется и принимается внутрь. Второе января. Легкий снежок, минус 3, красотища. Семен осторожно относится к этой собачоне. Ты рыжая?